Мне сказали, что где-то в этом месте можно половить рыбку. Я поехал на велосипеде посмотреть эту небольшую речку. Ну, это небольшой канальчик. Начал смотреть от моста. Там места нет. Но сейчас на велосипеде прокачусь вдоль этого канальчика и посмотрю, есть где подход, нет. Может, какие-то заводи, где рыба водится. Сейчас проедем, посмотрим. Во многих местах останавливался, подходил, то нет никакого подхода, то везде заросли. А вот в это место подошел. Такой хороший подход. Взглянем, что там такое. Подошел к бережку, а тут что? Тут получается свалка. Этот канал вообще засыпают мусором. Не, здесь рыбы нет. Так доехал до самого моста. Тут даже на велосипеде не поехал, на трассу пришлось подниматься. Ну что, что это за канал, где рыба? Рыбкой тут и не пахнет. Поднялся на трассу, на мост. Посмотрим. Ну что? Не, плохое место. Рыбы не оказалось. Ну ладно, будем искать новые места. Что делать? А вот и я после такого путешествия.